Здравствуйте. 5 апреля 28 лунный день. Созвездие Ангарах с элементом Земли. День отзывчивых храбрых людей, воинов. Благоприятен для установления достойного руководителя размышления, медитации, обращаться к наставнику, Буддам, Бодхисаттвам, приобретение имущества, вложения спонсорства, меценатства, земельной работы, приручения животных, установления фундамента, во всех влиятельных делах, работы с землей, устранять негатив, разрешать напряженные ситуации. Ребенок родился в этот день, будет благоречивым, достаточно. Где бы ни был, будет счастлив, отличаться резким и жестким характером. День неблагоприятен для принятия невесты. Благоприятен для людей, родящих год, курицы, коровы. Неблагоприятен годам тигра, обезьяны, свиньи. Дым крудуани, наверим березыки, дым кахуро. И в рыбинском сукчун дуани, саану буану мани дуани, зуруани, ро, гунры дуани, торджатба. Будьте сильными.